Да, я попал из арбалета Doom со 120 шагов. Задел шарик, но не задел щит. Последний выстрел решающий, по сути. Если не попадаем, то Doom победит. Но стрел у меня больше... больше нет. Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И это вторая часть сравнения двух арбалетов по стрельбе на дальность. Напомню, что мы решили сравнить большой арбалет, в данном случае Beer Hunter Doom, и маленький арбалет-пистолет Beer Hunter Doom Mini в стрельбе на дальность, посмотреть, какой из них дальше попадает. И в этот раз мы подготовились чуть-чуть получше. Мы взяли подставочку, чтобы у меня был какой-то упор, поставили на арбалеты сошки. И в этот раз мы начнем сразу с дистанции 75 шагов. Это примерно 60-65 метров. Это Beer Hunter Doom, он немножечко пыльный, потому что я успел его уронить. Данный арбалет у нас с усиленными плечами. Это самый быстрый арбалет за свою цену. Скорость вылета стрелы 125 метров в секунду. Ну и 16-кратный прицел. Соперником у него будет Beer Hunter Doom Mini. Как видите, это арбалет-пистолет, но при этом ничто не мешает сделать из него вполне себе большой, полноценный и удобный арбалет. Вы только посмотрите на этого красавца. Симметричная система, скорость вылета стрелы 138 метров в секунду. И на том, и на другом арбалете у нас стоят усиленные плечи, дистанция 75 шагов. Единственное, мы сейчас чуть-чуть поменяли правила и для наглядности решили стрелять просто по шарику. То есть мы лопаем шарик с одного арбалета, лопаем с другого, отходим дальше. С одного, с другого. Ну и погода в этот раз нам... В прошлый раз было темно, в этот раз ветрено. Все как мы любим. Первый — это Beer Hunter Doom Mini, все как обычно. Попали, пойдемте посмотрим, заодно посчитаем шажочки, чтобы все было без обмана. Вот, внимание на мои грязные туфли. Пойдемте вместе со мной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 73 шага за эту проходку у меня получилось. Как мы видим, шарик поражен. А где стрела? А стрела у нас вот она. Вот. Тут вошла. В общем-то, тут вышла. Надо попробовать ее достать. Ладно, я думаю, у нас есть специально обученные люди, которые помогут достать стрелу. Достаньте, пожалуйста, стрелу. Все, тогда теперь стреляем. Beer Hunter Doom, большой арбалет, та же самая дистанция. Поехали. Цель также поражена. Так, резину в лицо не разбрасываем. Это мы все собираем. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь будем стрелять сюда. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему этот парень в пиджаке посреди леса? Ответ прост, потому что мне сказал продюсер так делать. Дистанция у нас теперь 75 шагов, 85 шагов, то есть мы 10 шагов добавили. Но продолжаем Beer Hunter Doom Mini, все по классике. В этот раз что-то пошло не так. Она воткнулась буквально в сантиметре от шарика, насколько я вижу, в свой 16-кратный прицел. Возможно, это уже предел этого арбалета, потому что сейчас она прилетела чуть ниже. То есть разброс все-таки чувствуется. Хотя с другой стороны, дури все равно в этом арбалете достаточно, и когда мы до этого стреляли, стрела прям хорошенечко так воткнулась в щит. Напомню, да, она почти полностью в него зашла. Но тут есть уже другой момент, то есть чем короче стрела, чем она легче, тем, соответственно, сильнее на нее влияют всякие факторы, вроде там ветра,
на улице, то есть на коротких дистанциях, если это практически никак не влияет, то на дальней дистанции легкую стрелу, конечно, проще сдуть, чем большую, тяжелую, с большого арбалета. Ну, давайте еще, наверное, два раза выстрелим. Дадим этому арбалету шанс. Что сейчас произошло, я не понял, потому что и шарик лопнул, но при этом я видел фонтанчик земли где-то возле щита. Ну, пойдемте глянем. Ну, пожалуйста, вот о чем я говорил. Смотрите, стрела вошла по самые перья и затормозилась перьями. Давайте искать стрелы. Кто-нибудь посчитал, сколько раз я выстрелил, потому что я, честно говоря, не посчитал. Но я знаю, что все, что пришло мимо, оно пришло левее. Да, дистанция 85 шагов. С мини мы с горем пополам попали. Теперь давайте с дума попадем. Так, это все-таки был недолет. Надо чуть посильнее поднять. Оба этих арбалета имеют обратную систему. То есть колодка находится ближе к стрелку между передней рукой и задней. Да, в то время как на обычных арбалетах колодка это то место, куда крепятся плечи, находится перед, ну, на самом конце арбалета. Самая тяжелая часть, то есть это тяжелая такая металлическая увесистая штука, которой крепятся плечи, потому что она, собственно, выдерживает ого-го какую нагрузку. Вот, она обычно впереди самая тяжелая, поэтому арбалет начинает сильно клевать, то есть перевешивает, и нагрузка на переднюю руку очень большая. Поэтому, когда там устаешь чуть-чуть, и стрелять на дальней дистанции становится тяжелее, потому что, ну, сами понимаете, да, все висит на левой руке, это тяжело. На арбалетах с обратной системой, таких как Doom или Doom Mini, там колодка находится между двух рук, то есть центр тяжести находится посередине, и так стрелять гораздо комфортнее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 10. Мы отошли еще на 10 шагов, получается. Мы померили 95 теперь. И ветер что-то опять бушит. Я сначала думал, что нам не повезло, но сейчас я что-то поменял свое мнение, потому что как раз-таки в этой ситуации и наиболее видна разница в этих арбалетах. В идеале, потому что в идеальных условиях мы бы и с одним, и с другим могли бы отходить насколько угодно. Но вот именно в таких моментах и проявляется разница. На большие тяжелые стрелы, в которых закладывается гораздо больше энергии, да, объясню, потому что скорость вылета стрелы у них примерно одинаковая, но тут такая стрела, а у большого арбалета, собственно, и стрела вот такая, побольше гораздо, и весит она тяжелее, и энергии в ней больше, поэтому издуть ее сложнее. Ну, так или иначе, пока у нас стрелы есть, мы продолжаем. Beer Hunter Doom Mini, 95 шагов. Это был недолет, хотя я поправил нормально. Значит, еще надо поправить. Так, опять попал щит, но опять недолет. К сожалению, я не стрелок из арбалета, там из не пулевик и все прочее. Поэтому для меня поправки по щелчкам, градусам, там вот это моа и все прочее, это не мое. Я не знаю, потому что я обычно там метров на 30-50 стреляю, там я привык на глаз поправить, я думаю, вот столько надо расщелкнуть, и обычно это помогает. Соответственно, если бы я мог, я бы все посчитал бы, сделал бы там 5 щелчков, и все было бы ок. Но я так не умею. Вернемся к нашей прежней тактике. Поворачиваем. Хрен знает насколько, хрен знает куда. Есть успех, значит, все-таки придется отходить дальше. Как мы видим, почти все, потому что вроде одна все-таки не попала, но все остальные попали в щит. Однако у нас критерий шарик, и, собственно, только последней стрелой я его поразил. Одна вот так вот даже воткнулась в край щита. Ну, все-таки давайте продолжим стрелять с дула, пока у нас стрелы не кончатся, мы будем отходить все дальше и дальше и дальше. Пока могу сказать, что каждый раз, отходя на новую дистанцию, маленький арбалет пристреливать сложнее, чем большой. Так, окей. Ура!
ура! Да, ура, у нас получилось. Хотя это опять был недолет, потому что было облачко пыли, но критерий у нас именно шарик, поэтому мы проходим дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Вот так вот, как говорит Александр Невский. Мы отошли на 15 шагов, итого получилось 110. Сейчас снова Beer Hunter Dominion. Осталось совсем немножечко стрел, но я надеюсь, нам этого хватит. Мишенька где-то вон там вдалеке. Я даже не знаю, будет ли ее вам видно. Сейчас попробуем приблизить, но мне кажется, вы все равно ничего не увидите. Так, это все равно был недолет. Есть. Попали теперь большой арбалет. Ух ты. Я попал чисто в щит, но... Хрен знает куда, потому что он просто так чпонькой повернулся. Но шарик я не поразил. Очень интересно, если мы сейчас не найдем все наши стрелы, то у нас арбалет-пистолет даже победит. Пойдемте. Да чтоб тебя. Я опять попал в щит, но опять не попал в шарик. И опять куда-то справа. Смотрите, прям парочку кликов сделаем, так щелк. Вот так вот. Все, сойдет. Чтоб я знал, какой стрелой выстрелил. А я знаю, какой стрелой выстрелил. Сейчас все будет, сейчас попадем. Ну, потому что по логике должен попасть большой арбалет, да? Конечно, мы не берем в расчет, что у нас у Дума Мини стрел было изначально гораздо больше, 10 штук. А тут их было 6, 2 из которых мы потеряли на первых выстрелах, потому что мы перестроили по дальней дистанции прицел сразу же. Ну, наклонили планку. И, соответственно, начали перестреливать с 60 метров. И 2 стрелы там потеряли. И, скорее всего, конечно, это просто удача, да, что с Дума Мини мы попали, а с этого пока еще нет. Но... Так или иначе, результат зафиксируем тот, какой у нас получится. Да, ура, шарик мы лопнули. Ю-ху! В общем-то, вот здесь был прикреплен шарик и одна стрела. А стрелял я, как помните, 2 раза. Все дело в том, что вот эта стрела, вот первая, которая не попала в шарик, но попала в щит. И чуть-чуть его наклонило. И дальше шарик висел вот так вот, под небольшим углом, точнее, чуть сбоку. И, судя по всему, вторая стрела прошла вот тут вот, задела шарик, но не задела щит. Ищем стрелу и отходим еще на 10 шагов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Beer Hunter Doom Mini. Маленькие стрелы, маленький арбалет. Дистанция 120 шагов. Так, живых стрел уже маловато. Я думаю, честно говоря, что это последняя дистанция, до которой мы дошли. И на ней мы все стрелы и похороним. Но стрел у меня больше нет, да? Да. Так. Короче, поправим еще вот так прицел где-то. И раз уж мы тут, а шарик там, а я ленивый и уставший, то давайте сразу начнем стрелять большим арбалетом. Так, ну это был недолет, но в щит она воткнулась. А у меня еще есть одна стрела. Стрелы силы все на исходе, но смотрите, из Дума обычного мы стрелой попали в щит, из Мини мы даже в щит ни разу не попали.
Собственно, мы нашли парочку стрел от Дума Мини. У нас есть одна стрела от Дума, поэтому испытание, наверное, еще не закончено. Но оно явно близится к концу. Я решил, что я сейчас выстрелю с Дума, потому что я с него почти попал. И у меня есть некая уверенность, что у меня все-таки это получится сделать. Так что, последняя стрела из арбалета Дума. Да, я попал из арбалета Doom со 120 шагов. Да, 120 или 110? 120. Да, со 120 шагов. Я красавчик. Недаром мне за это платят деньги. Из Doom обычного попали, сейчас попробуем сделать это из мини-арбалета, но я, честно говоря, сейчас уже темно, поэтому, ну, я типа либо попаду, либо я не попаду. И я при этом не увижу, куда у меня прилетела стрела, потому что уже темно. А нам еще один ролик писать. Так, погнали. Я попал под щит, и шарик такой просто с издевкой вот так вот чуть-чуть. Я опустился вниз, но при этом не лопнул. Есть вот такая стрела, вот смотрите, какое у нее оперение. Вряд ли она куда-то попадет, но чем черт не шутит. Так, это явно тоже не долетело. Давай еще поднимем. Я тоже встретил живность в этом лесу. И это был не зайчик и не белочка. Это была гадюка. Ненавижу гадюк. Ну вот, собственно, осталась последняя стрела, я ее еле нашел. И сейчас попробуем попасть, собственно. Прицел на максимуме. Последний выстрел решающий, по сути. Если не попадаем, то Doom победил. Если попадаем, то придется еще отходить. Я не видел, куда она попала. Скорее всего, перелет, потому что если она бы не долетела, то был бы какой-то фонтанчик или что-то такое. Ну, на этом, наверное, все. Ну что ж, друзья, вот мы и закончили наш эксперимент. И он, собственно, закончился достаточно предсказуемо. На самом деле, превосходство у Дума достаточно большое. Потому что реально у меня была уверенность, что я попаду, потому что этот арбалет гораздо лучше чувствуется. Doom Mini, он маленький, он хороший, он легкий. И легкий — это плюс, с одной стороны. Но когда ты стреляешь на точность, это, собственно, и минус. Почему? Да, все дело, ну, во-первых, отдача, она хоть и малюсенькая, но все-таки энергия, поскольку... Сейчас объясню. Арбалет выталкивает стрелу. А как известно, у нас на каждое действие есть противодействие. Вроде бы это третий закон или второй закон Ньютона. И, соответственно, сопротивляется вот этому движению вперед сам арбалет, вес арбалета. И поэтому, чем тяжелее арбалет, тем меньше он двигается. У меня есть даже как-то идея провести эксперимент, взять арбалет, выстрелить, замерить скорость, и упереть его в какую-нибудь бетонную стенку и выстрелить, и замерить скорость. И по идее, скорость во втором случае должна чуть-чуть повыше быть. Вот и тут, получается, приходится руками прям ловить этот арбалет, когда он отталкивается. И на больших дистанциях вот эти искажения уже все-таки влияют. Поэтому превосходство у Дума есть, но по мощности у Дума Мини все равно еще очень большой потенциал, потому что этот щит прошивает он прям до самых перьев. Вот, так что, ребят, если вдруг вы захотите, можете написать в комментариях, если будет какая-то активность и вам эта тема интересна, то... В принципе, мы как-нибудь можем выбраться и пострелять еще на более дальние дистанции. То есть сейчас мы стреляли с 60 до 120 шагов, а там, соответственно, будет дальше. Потому что все это по факту возможно. Подготовим новые стрелы, подготовим еще раз арбалеты и для вас проведем этот эксперимент. А на этом все. С вами был Олег, канал Beer Hunter. Ставьте лайки, ставьте колокольчики, подписывайтесь на канал и до новых встреч!